честно говоря, не замерял, не знаю. Ну, я имею в виду, не сравнивал с такой, как у Виталии. А это сколько сейчас стоит эти проволочки? Это 200. 210? Ага. Удобно очень. На самолете там ты тренировался? Пока назад. Запускаешь от скрыли. Не. Забор они сделали, загончик и заборчик, согнали туда вниз, веток накидали и все. О, камушки. Куда сейчас?
И там речка, и тут. Ну. Они сливают. Что, мы туда едем? Я думаю, переправу покорить. Пойдем. Ха-ха, страшновато. Что, ты не поедешь? И ехать страшновато. Чего? Я просто таким образом расположил вентилятор. У меня дует основной в сторону контроллера. Так. А дополнительный внизу я поставил, в самом внизу. У тебя два вентилятора, да, сейчас? Да. И дополнительный дует от контроллера в сторону Bluetooth этого. Я понял. Музыки, коробочки. Ну, чтобы вдохнуть, набрать так, чтобы чтобы воздух по кругу шел в районе этого оси, ой, не оси, а где дырка, где педаль, дырка и магнитик, я там поставил перемычку, да. Из этого пупырчатый такой мягкий материал, я ее приклеил перемычку, получается, что воздух не по всему пространству гуляет, а он вынужден по кольцу гулять. Это четко 46, 45, 46. Ну, в общем, вот так. О, здесь осторожно надо.
То есть я тоже, да, колонку убрал? Нет.